Это какой-то кошмар. Этот козел только что прошел по моему дому просто отсюда и туда. Это жуть. Это кошмар. Благо я был в этом домике, я его меня даже не заметил. Ну, я даже не знаю, что бы он со мной сделал. Но факт фактом. Надо делать выше стены. Фух. Ладно. Что у нас здесь? По металлу? По металлу у нас все плохо. Поэтому нужно срочно идти его добывать. Ты кто? Какой прикольный. И что-то мне подсказывает, это именно ты. Светящиеся глазки. Был. А, твою мать! Пошел в жопу! Оу, черт побери! Это было больно! Не надо было к ним подходить близко. Слышь! Хорош ломать мои постройки! Попались, тваря. Я вас убью. За то, что я ночью боялся вас. И за то, что сейчас вы ломали мои постройки. Отлично. Ух. А вот и кошмар закончился. Чуть-чуть. Было страшно. Так, точно, я ж пошел металл добывать. Я очень мало добываю металл. Ой, что-то как-то слишком ярко. Фу, я очень мало добываю металл. О, да нет, я нормально добываю металл теперь. Металлическая кирка, это здорово. Интересно, сколько я с этой скалы добуду металл. Эй, она не добывается, жаль. А я уже было надеялся, что буду богат на металл теперь. Но нет, не повезло. Так, ладно. Металл я добыл, это хорошо. Надо изучить, как их томить. Томить динозавров, конечно же. Мне кажется, где-то должна быть книжка о том, где будет написано, кого можно томить, кого нельзя томить. Вот как ее сделать? Что мне подсказывать, я этого умею. Интересно только, где она. О, Timing Journal. Дерева не хватает, ну да ладно. Так, забросим металл. О, кстати, точно, дерево-то надо добывать. Точно, бежим добывать дерево. Черт побери. Фух. Дерево добыл. Тайминг журнал могу сделать. Отлично. Куда бы тебя поставить? О, это... Ты как открылся? А, не, могу тебя... Хей, я хочу поставить на полочку. Ну, блин. Ладно, поставим его вот сюда. Будем читать около окна. Ну, давай посмотрим, что у нас здесь. Это безумие. Но я томить могу даже вот таких, судя по клыкам, хищников. Ой-ой-ой. Ого, какой он страшный. Ого. Это страшно. Ну да ладно. Мне надо найти трицератопс, если я правильно помню. Неправильно? Да. Вот кто на меня нападал. Ну, я их могу томить, клёво. Трицератопс. Берри бак. Ага. Всего-то ягодки. Отлично. Ягодок у меня полно. Так что будем томить себе трицератопса. А что мне надо для них сделать? Бак. Что? Рюкзаки? Ого. Я хочу их сделать. Колчан. Классно. Я хочу его сделать.
Ой, у меня же все ресурсы с собой есть. Клёво. И как я его надену? Ну, наверное, за место брони. О, классно. О, неплохо. И... Подожди, как я себя так вижу? О, неплохо, я могу себя видеть. Здорово. А что он дает? Максимальный вес и скорость крафта, и мельтамаг. Неплохо. Ого, какой я сильный теперь стал. А если я сниму? Здорово. Отлично. Сильнее бью. Больше переношу веса. И что там еще? А, быстрее крафчу. О, навык заготовления. Неплохо. Мне это уже нравится. Снова дождик пошел. Отлично. Надо делать себе уже крышу здесь. Так. Я могу сделать себе инструменты металлические. Вот тебе дерево. А раз я могу сделать металлические инструменты, надо их сделать. Так. Мина? Нет. Какой-то сборщик предметов. Хотя похоже на мину. Так, теперь я могу сделать так. Интересно, здесь есть какое-нибудь копье, которое будет посильнее? Которое прям бьет. И не просто бьет, а убивает. О, классно. Я могу это сделать. Мне это уже нравится. Мне это нравится все сильнее и сильнее. Даже металла хватило. Как это здорово. Так, теперь я могу. Ой, туман. Благо я в домике. Теперь я могу сделать то, что я давно хочу сделать. Притомить динозавров. Так, давай скинем всю еду сюда. Она там будет явно нужнее. А это все скинем вот сюда. Семечки. Тоже туда закинем. Все-таки семечки еда как-никак. И вас тоже туда закинем. Какие-то растения непонятные. Так, что мне нужно для того, чтобы сделать... Нет. Воу! Нужно делать больше селитры. Ну, селитры вроде бы у меня здесь сделалось. Точно. Все здорово. Все достаточно. Всего хватает. Давай закинем это туда. Это сюда. Байт. Отлично. Так, что я могу сделать? Что мне нужно сделать? Футбайт. Я думаю, именно это мне и нужно. Типа шкаф для них. Не, давай для начала сделаем обычный футбайт. Ой, он маленький. Ну, давай поставим сюда. Будет здесь у нас уголочек для изготовления вот этого всего дела. Так. И что мне для этого нужно? Это веджи. А вот и берики. Отлично. Я могу сделать этого больше. Давай сделаем 20. Я думаю, 20 мне хватит на трайка. Кстати, интересно. А как я на нем буду кататься? Ладно, с этим как-нибудь разберемся. Но ведь я же должен как-то где-то что-то. Ой. О, точно, седло. Классно. Я даже могу его сделать. Отлично. Теперь можно идти спокойно приручать. Страшно вообще-то такую пустоту выходить. Но куда деваться, надо бы еще все починить свое добро. Я трицератопса видел где-то наверху. Ах, я бы, конечно, бы сделал бы для начала
Болос, балас, я опять забыл, как он называется, но явно штука нужная. Я думаю, 10 штук мне на этот раз хватит. Потому что 4 штуки хватило только на двоих. Точнее, на двоих хватило только 4 штуки. Неплохо. Дождик закончился. Я надеюсь, и туман тоже скоро закончится. Не подходи ко мне. Я помню, как ты по моему дому ползал. Мне до сих пор жуть. Бррр, кошмар. Так, давай возьмем на всякий случай вот эту штуку. О! Я хочу посмотреть, что здесь. Я так до фиолетового-то и не добежал. Ого! Меня снабдили оружием. Интересно, кто же это сделал? Ну, в любом случае, спасибо ему. Бежим, 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 бежим. Отлично, туман как раз закончился, дождик закончился. И мне теперь будет намного легче и приятнее бегать. Ох, но все равно еще страшно. Ух, ты меня пугаешь. Интересно, а я тебя могу приручить? Клыков я сильно таких и не вижу. Так что, наверное, травоядный. Давай попробуем тебя притомить. Интересно, как же это сделать? Выбросить, наверное, на пол надо. О, ты кушаешь? О, здорово. Здорово. Ты приручился? Что же мне делать? У меня-то седло не на тебя. Отлично. Ладненько. Побежали до базы. Мне нужно седло сделать для тебя. Так. О, неплохо. Как под тебя делал? Ха, собственно, под тебя-то я делал. Это чайка на меня напала. Она скушала мои какие-то мажебери. Ах, ты ж, блин, я промахнулся. Ну ладно, не буду тебя ловить, буду тебя убивать. Лети сюда. Уж я-то не промахнусь. Лети сюда. Ой, вода. Мне пока что там страшно. Другая? Хе, вас двое. Ну ничего, я справлюсь с вами обоими. Я сказал лети сюда. Черт. Трусливые курицы. Сбежали. Ну да ладно. Фу. Где мой паразавр? Отлично. Бегает медленно. Поэтому надо ему вкачать скорость. Потому что... Даже я бегаю быстрее. Но зато у него неплохо с остальными параметрами, особенно с едой. Он может добывать ресурсы. Это неплохо. По крайней мере, в него я могу складывать добытые ресурсы свои. Здорово. Но в любом случае, надо бежать, так как я хочу приручить трицератопса. Так вот, вспомните, где он. Вроде где-то сюда надо было бежать. Если я не ошибаюсь. Ага, руины. Отлично. Еще заметки. Здорово. Что там у нас? О, это я буду читать долго-долго. Темными ночами. Поэтому отложим пока что. Неплохо. Заметки нашел, это здорово. Классно, он добывает ягодки. Мне теперь не нужно мучиться и руками добывать. Интересно, он их скушает, нет? Ох, молодец, он складывает все в сумку. Правильно делает. Я его сам покормлю, когда это будет нужно. О, вот он ты, трицератопс. Этот маленький, я видел и большего уровня. Надо идти его искать. И скорость, конечно же, надо прокачать ему скорость. Он слишком медленный. И здоровье. Он слишком слабенький. И выносливость, чтобы бегал быстрее. Вот так уже намного лучше.
Да, подлечишься со временем. Ну а что поделать? Я через такое каждый раз прохожу, когда повышаю себе здоровье. Черепаха? Интересно. Не бьет меня. Это хорошо. Черепахи они добрые. Какой-то зеленый камешек. Ну давай посмотрим его. А трицератопса я так большого уровня и не нашел. Ну ладно, поищем. Надо слезть, наверное. О, ресурсы. Отлично. Меня снабдили оружием, снабдили ресурсами. Теперь мне уже явно будет легче. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, он какой-то красный. Я его боюсь. Не будем к нему подходить пока что. Хотя... У меня же есть... Волос. Давай подойдем к нему. Черт, он какой-то слишком уж красный. Я его боюсь. Не будем лучше к нему подходить. Ну его нафиг. Ну, в баню. Так. Я бы хотел найти Трайка, но я так его и не нашел. Что делать? Ладно, в следующий раз найду. Сейчас я притомил себе хорошего паразавра. А это означает, мне есть на ком ездить. Вот только бы его найти, куда я его поставил. Ой. Вот как я так мог взять и побежать, оставив своего паразавра? Ну, хотя я шел на бой. Вот он. Он еще зелененький, он прячется в кустах. Очень даже легко. Я шел на бой, поэтому, конечно, его окровавленного точно не нужно было брать с собой. Хороший остров, я бы там жил. Если бы кто-то доплыл. Надо посмотреть, что у нас в воде творится. Я видел рыбок. Но опасные ли они? Надо это проверить. Черепаха. Ты же должна хорошо плавать. Давай-ка тебя... Я приручу. Отлично. Черепаха должна хорошо плавать, поэтому я на ней, я думаю, и поплыву. Ну, а теперь пошли на базу. Отличненько. Пригнал домой. О, кстати, я ж могу тебя... сюда завести. Могу же завести. Ну, дверь, открывайся. Чего ты не хочешь открываться, когда я... Мне это надо. Но! Она не хочет открываться. Черт побери. Ну ладно, пока постой там. А мне нужно сделать седло. Седло. Цементная паста? Это что такое? Интересно даже. Цементная паста. Хитин, кератин. Ого. Ну хорошо, придется как-то где-то это добывать. Блин. Так, давай все выложим. Кстати. Чтобы не портились, тоже надо положить. Вполне неплохо. Так. И где мне его добывать? Я видел, там какие-то чешуйки были нарисованы. Чешуйки, как панцирка. И косточки. Но косточки я не добывал. А вот у них выглядит чешуйки. Вполне выглядит чешуйчато. Точно. А вот и хитин. Здорово. Так. Цементная паста готова. Отлично. Теперь я могу сделать седло. На своего черепаху. Подожди, а где оно делается? А, я могу в руках ее сделать. Здорово. Фух. И теперь я уже могу спокойно плавать в этом безумном мире. Я думаю, здесь явно будет намного поприкольнее.
Ой, какая черепашка мельная. А траву ты можешь добыть? Отлично, ты тоже можешь добыть траву. Неплохо. Мне это уже нравится. Но надо скорость передвижения качать. Это факт. Да. Хе-хе. Фух. Ну, теперь точно пора идти дальше к новым приключениям в воду.